Здорово. Так, а тут что-то почитать нужно, да? Брат, надо поговорить. Так, на святую гору мою и да возрадуются они в моем доме молитвы. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Панапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Всех детей Господа ко мне в учебный лагерь Золотого пути. Но Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников — это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников, брат. Подожди, стоп, а где... Вот, наверное, да, нет? Это разве враги? Нет, по-моему, это наши. Блин, своих, что ли? А там где-то еще вражины были. С наших мало. Да, и надо с тех. Так, ладно, давайте. А, чё, нет патронов? Чё, у меня дофига патронов. А на этом... Чё за музыка играет? Повеселее чё-нибудь давай. Так, ну чё? Сюда идем, нет? Сюда. Ну, давайте зайдем, посмотрим, что там у нас в магазинчике. Продать, может, что можно. Чё, в стенку идешь? То, кого к нам занесло. Чувствуй себя как дома. Так, да, ну... А, вот перелезть, да? А, ой. Так, продать. Ну-ка посмотрим. О, нифига тут всего. Продаем. Книга комиксов. А что мне с ними еще-то делать? Спички. Это, видимо... Я думаю, с ним ничего нельзя делать. Ну, может, и можно, но я еще не знаю, что с ним делать. Собирали тут на 200... На 200 тысяч. А вот шкуры свиней. Так. Испорченная шкура. Ну, нифига нам испорченная. Порченная. Ну, давайте продадим. Так, пока все. Не покупаешь и не продаешь. Не буду говорить, что мне... Чего не покупаю? Я покупаю. Что такое? Штурмовая винтовка? Не, спасибо. Так, пистолеты пока не нужны. Семью, спасибо. Так. Какую семью? Так. Русско. Посмотри только, что сотворил Пейган. Так. Синий цветочек. Ну-ка посмотрим. Бабах. Аптечки у нас не прибавилось. Просто я помню, что их как-то изготавливать. Три части, наверное, надо. Так, а у нас почему-то карта, походу, нам... Да, у нас тут желтенький путь. А аванпост, видимо, ну, как раз давайте так и поедем, наверное, нет? Или как лучше поехать? Или лучше дельтаплан был? Может быть, лучше спуститься? Ну, по тросу, чтобы... Хотя там квадроцикл еще хрен найдешь. Ну, давайте у нас тут... Я просто хотел зверушек там, ну, зверей замочить, чтобы шкурку-то, кстати, у нас, подождите, у нас по изготовлению навыки во время так, это пока оставим вот изготовление, ну, шкуры посмотреть, какие у нас есть, вот есть чуть так у нас, так, ну, эта сумма нас не интересует, вот, до 30 предметов, давайте смотреть, олень, хорошо, еще, где у нас что есть? А это что такое? Обычных стрел. До 30 предметов. Да, олень надо искать. Тут дельтаплан я вижу. Как вы думаете, мы долетим? Да куда нам там? Далеко? Нет, конечно, мы не долетим до верха, да? Он будет парить. Но... даже не знаю, может быть, стоит карты. Ну, мне кажется, можно на дельтаплане подлететь. Блин, только... Я боюсь, мы квадроцикл там не найдем. Заход побыстрее, конечно. Ну чё, будем? Нет, ну там, конечно, дома какие-то есть. Я думаю, там можно будет. Ладно, полетели. Я думаю, ничего страшного. Прогуляемся заодно там. Так, дифферент и крен. Удерживайте. Удерживаю. Прямо на домике летим. Так, дорога у нас там нарисована, направо. Но мы едем. Точнее, мы летим, поэтому... Чтобы... Да ёп, ну что за лаги, а? Так, как бы нам в дерево-то не... Ну вот опять, ну чё за лаги? Это всё тупая... Не знаю...
баги какие-то, короче. Потому что вот у меня здесь написано процессор, он, блин, у меня вообще не перегружен. Вот я тут вижу. Вот. А видеокарта тем более. Я уже объяснял. О, это та мартышка, которую мы... О, нет. А чё с ними... Вот, ну, я уже объяснял, что это связано, видимо, с, может быть, как в какой-то степени, конечно, с системными, с компьютером, но большинство, конечно же, с игрой. Потому что... Так, 300 метров. Потому что я уже объяснял. О, во второй части. Прям в начале. Что на минимум, что на максимум, там одинаковое количество FPS. То есть это никак не связано, может быть, с компьютером. Ну, сами подумайте. Но если бы это было как-то связано с компьютером, то, наверное, на максимуме лагало бы все, а на минимуме было бы все отлично. А тут у меня все примерно одно и то же. Вот, блин, как я и говорил, квадроцикла нет ни хрена. Ну ладно, давайте пробежимся по джунглям. Кстати, мы в какой местности находимся? Нам тут не по пути вообще. Ну ладно, побежали вот тут по тропинке. Я думаю, через гору мы тут сможем быстренько дойти. А, в принципе, мы будем примерно идти столько же, сколько бы мы и... Так, а что это за белая полоска вот тут над зелененькой? Внизу которая, вот. Вот мы бы ехали, мы бы этот крюк сделали. За, я думаю, достаточно длинный промежуток времени. Кстати, у нас вышка это работает, да? А где она, кстати? На карте что-то ее нету. Тут какие-то... Арсенал. Ну, можно приблизить вот так. Так, ладно, давайте тогда спускаться потихоньку. Я думаю, здесь невысоко. А то в первой части Far Cry, я помню, там, блин, вообще с камешка прыгнуть. Тех ХП наносится. Точнее, он достаточно количество урона. В нее играл, помню. Почти прошел. Как вы думаете, где я застопорился? На дамбе, где там нужно было... Ну, где у тебя... Запалили меня, что ли? Почему собака не отмечается последняя? Нам по изготовлению нужно бы... Собака нужна, нет? Шкура випряза... Шкура... Яка, носорога. Не, нам не нужны. Может быть... Слушайте, а это все? Ой. Это все, что можно изготовить? Что-то как-то маловато. Прогресс, коллекции. Хм. Тридцатка. У нас и есть тридцатка. Почему? У нас... Куда нам качать-то? У нас так тридцатка. Но я не желаю... Может быть, конечно, потом, когда мы что-нибудь еще там качнем. Шкурки. Может быть, у нас... Конечно же... понадобится еще шкура. Вот там какое-то еще строение. Ну, если обратимся к карте, то у нас там, по-моему, ничего нет. Увидите, да? Может, где-то и есть. Вот это, наверное, да? Ферма, да? А нам... Ну, нам тут недалеко добежать уже. Персонаж наш не выдыхается. Не то, что... The Evil Within. Ну, там это по игре все понятно. Там, блин, конечно, страшилка. Как же так, может быть, без выдыхания? Так бы неинтересно, наверное, было, да? Так, ну ладно, давайте. Здесь квадроцикл, я вижу ли. Да не может быть, чтобы заметили. Нет, вроде... А что там по заданию-то? То есть... Я могу спокойно здесь идти? А, заложнику спасти. Минимум двоих. Так, ну что, идем медленно. Тихонечку, помаленечку. Ну вот, давайте засекать их отсюда. Хорошая точка. Снайперку дали бы, я бы тут зачистил спокойно, с глушителем еще, вообще отлично было бы. Так, ну с этого ракурса. А, вон там еще один внизу. О! Слушайте, круто, ну-ка. Но давайте-ка, пожалуй, все-таки... Блин, подожди, встань.
А спасть... Ну, наверное, зачистить этот же аванпост. Давайте попробуем незаметно все тут сделать. Хм, мы даже не заметили. Ну, да, вон там еще один я вижу. Ну-ка, давайте-ка. А, вот он стоит так, да? Что, будем его как... Ой. Ладно, потом коллаж возьмем. Вон здесь, по-моему, оружейный шкафчик есть, наверное. Там еще один. А, ну здесь 4 железнодорожника, да? Может, дайте что сделать? Сейчас я вам скажу. Где тут камешек бросить? Вы что, офигели? Камешка нет? Да ладно, где камешек? Почему камни? А, я знаю, что мне надо. Блин, тут кустов нет, камни-то кидайте. Ребята, это где? А, вот кустики. Давайте, знаете что, попробуем приманить его сюда. Как бы всех не заманить, а? Давайте. Нет, не хочет? Че, кто-то еще шевелись туда? Ладно, давайте тогда тихоньку идти. Так, а за деревом у нас увидит, нет? Я что-то хотел отпустить, а случайно выстрелил. Ладно, давайте. Общее направление есть! Ищите! Ищите везде! И отвлекаться! Да попал же вроде. Бляхмуха! Ну все, хана. Давайте, ладно, завалим, может, не все. Не получилось по-тихому. Они в безопасности, Сабал. Твой отец гордился бы тобой. Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. А что, там замочили? Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо.